Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня хочу вам показать еще один такой, на мой взгляд, интересный рецепт вяленой летней киты. Не осенняя, а вот именно летняя. Она, видите, не крупная, чуть-чуть крупнее горбуши, и на вкус она не очень. Ну, так получилось, что у нее угостили, и надо сейчас что-то с ней делать. И хочу вам предложить такой необычный, опять скажем, рецепт. Солить мы ее будем в соевом соусе, с горчичкой, с медом и всякими специями, а потом вялить. Я вот ее маленько разделал, но сейчас она еще маленько мерзла. Сейчас я с ним уберу все косточки, уберу, разделаю на филешки, на чистое, и мы к ней вернемся, чтобы не затягивать видео. Сейчас я быстренько за кадром все это сделаю, приберу, и уже чисто будем, уделим время ее способу ее засолки перед тем, как вялить. Смотрите, не переключайтесь. Так, друзья, смотрите, что я сделал. Рыбку я разделал на филешки. Засыпал противень крупной солью. Соль опирается обязательно крупная. Уложил эти куски рыбы на противень. Засыпал их крупной солью. И сверху засыпал сахаром. Сахар и красная рыба — это как братья-близнецы, они никуда. Все, теперь подложил под противень крышку от банки, чтобы был небольшой уклон. Для чего все это мы делаем? Чтобы сейчас из рыбы начнет обильно, поверхность рыбы вступает в реакцию с сахаром и солью и начинает активно выделять из себя влагу. Сахар даст упругость рыбе. Оставляем ее в таком состоянии на час-полтора. Видите, пока вот здесь на противне сухо, абсолютно, нету ничего. Посмотрим, что будет через час. После этого мы к ней вернемся и продолжим. Все, на полтора часа мы про нее забываем. Про эту рыбку. Все, ждем полтора часа, не переключайтесь. Так, ну вот, друзья, смотрите. Прошло полтора часа, и смотрите, сколько вытекло из нее воды. Видите, это все рассол, который нам не нужен. Дальше. Берем эту рыбку. Не моем ее уже ни в коем случае. Из нее влага вышла, это уже хорошо. И ножом соскабливаем соль. Вот так она будет лучше видно, да? А то если помоете, получится то же самое, что вы обратно вернете ее в воду, которую мы с таким успехом только-только из нее извлекли. Смотрите, какая рыбка стала. Упругая. Ее, кстати, уже можно кушать. Там, если часть соли какая-то останется, ничего страшного. За полтора часа она у вас не просолилась и не пересолится. Не волнуйтесь. Видите, какие кусочки хорошие. Сейчас и так влажность. В лето жарко, воздух влажный. У нас дожди льют каждый день, блин. Опять, видите, все затянуло. Гроза гремит. Все, соскребаем всю эту бяку с нее. Соль и сахар сделали свое дело. Во, громко не слышите, наверное. Окна пластиковые, не сильно сухой. Так, готово. Друзья, не бойтесь не мыть рыбу от соли. Просто соскребите ее, все, лишнее само отвалится. Готово узнать вкус. Другой совсем рыбы получится. Я вас уверяю, вот вы ее помоете, она и так, видите, сколько в ней в жидкости он. Чуть ли не половина, блин, от объема. Все, вот это вот, а мы все выбрасываем. Это нам больше не нужно. Сейчас я все приберу, и мы вернемся. Вот, друзья, сейчас снимаю вам ролик о том, как вялить рыбу. И смотрите, ударила гроза, пока вот писал, этот соль соскребал с нее. Гремел гром, и вот что началось. Смотрите, на воде вот так видно, я думаю, да? Вот как тут вялить? Только вымачивать. Ну, сейчас я попробую дальше писать, не знаю, что получится или нет. Погодка распогодилась. Жутко. И уже не первый день такие дела у нас творятся. Видите, что творится?
Он гремит везде, бабахает. Ладно, ребят, пойду дальше снимать, писать ролик. Нет, смотрите, для следующего этапа нам понадобится на такой объем здесь примерно килограмм. Давайте возьмем 3 столовых ложки соевого этого соуса. Готово. Примерно ложку русской горчицы. Никакой там меду. Вот так все это. И ваши любимые приправки. Красный рыбки подойдет. Хмелевскую нелли чуть-чуть для аромата. Острого красного жгучего перчику. Добренько, чтобы маленько подпекало. Это же будет закусочка под пиво. Ну, кориандр, как же без него? Чуть-чуть. И пару зубчиков гвоздички. 3-4. Все, достаточно. Все это закладываем в мисочку. И тщательно перемешиваем. Смотрите, что получается. Вот такая вот ароматная, очень вкусная штука. Маринад. Он сам по себе вкусный. А мы сейчас в этом еще замаринуем, конечно, рыбку замочим. Она напитается всем этим делом. Будет просто быть. Запах горчицы попёр. Все, готово. Теперь берем кастрюльку. Просто вот эти куски рыбы. Соль не добавляем. Обмакиваем на этом ароматном вот таком шикарном маринаде. И укладываем ее в кастрюльку. Рыбка даст еще дополнительно сок, не переживайте, звука будет достаточно. Мы не всю влагу из нее вытянули за полтора часа. Там ее еще достаточно, она еще выйдет частично. Никакой кислоты мы не добавляем. Какой идиот придумал лить лимон, белое вино, сырую рыбу? Не понимаю. Она начинает у вас готовиться до того, как вы начали ее готовить. Кислота, если хотите полить, полейте уже жареную рыбку кислотой. Подчеркните ее вкус. Зачем лить сырую? Не понимаю. Глупость, на мой взгляд. Ну и остаточки соуса выливаем просто сверху. Все. Оставляем на часы, на 4-6 часов это дело мариноваться. Это будет необычный вкус у рыбы, гарантирую вам. Но мне нравится. Я уже делал, это не проба. Так что посмотрите, что будет дальше. Все, друзья, сейчас накрываем эту рыбку крышечкой и убираем в холодильничек. Ну, часов на 6, чтобы она хорошо у нас пропиталась. Потом просто ее ободрем полотенчиком. И вывешаем. Ну вот вывешать видели, что творится с погодой. Не знаю, что будет делать. Ну пока вот так. Пускай стоит в холодильнике. Напитывается с этими вкуснятинами. Ну вот, друзья. Рыбка подвялилась. Которая у нас была с медом и горчичкой. Получилась вот такая вот вкуснотища. Усохла, правда, здорово. Почти в два раза. Опа. Так, перед видим, как вялить ее, вставляйте шпажки, чтобы она у вас не рвалась. Смотри, какая она стала. Упругая, тугая. Даже маленький вон жирок на ней появился. Хотя летняя кита, она, мягко скажем так, суховата. Так, ну теперь, чтобы ее... Посмотрим, что получилось на срезе, давайте. Возьмем какой-нибудь кусочек. Вот, красивый, да? Смотрите, блестит. И порежем ее вот на такие вот кусочки. Смотрите, как она тугая. Получается, в принципе, из не очень хорошей рыбы мы получили на выходе очень красивый
и очень вкусный продукт. Смотрите. Вкус горчички присутствует, но не сильно. Рыбка получилась малосольная, как я люблю, в принципе. Отличный закусь будет под пиво, да и просто покушать даже можно. На бутербродик такую рыбку положить не стыдно. Делайте, ребята. Мне понравилось. Но уже делал второй раз такую рыбку или третий. Ну, никогда ни одной еще не выбросили. Всегда все съедается и всем все это нравится. Просто вяленая, никакого копчения, ничего. Так, ну вот, друзья, вот такая рыбка у меня получилась. Попробуйте, уверяю вас, не пожалеете. Ни времени, ни сил потраченных. Рыбка получилась отменная. На соль сама то там чуть, да, ну, идеально, короче. И провялилась отлично, даже в этих не очень благоприятных условиях. Ну все, вот такой рецепт я хотел вам сегодня показать. Очередной способ повялить рыбку. Всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, ставьте вниз. Пишите комментарии, у кого какие-то вопросы есть, отвечу без проблем. Ну все, всем до встречи, до новых видео. Следующее видео уже на подходе, будет совсем скоро. Рыбка там довяливается, тоже красная, и там маленько другой способ приготовления. Ну, тоже, думаю, будет интересно кому-то посмотреть. Ну все, завязываю, пока.